Эксперты назвали 20 ключевых научно-технических достижений по итогам Пекинского международного форума «Джунгуаньцунь 2023». Эти успехи отразились на развитии самых разных направлений – от продовольственной и энергетической безопасности до биомедицины, аэрокосмической промышленности и сокращения углеродного следа. Одной из самых перспективных инноваций стала модель искусственного интеллекта SecGPT, которая не уступает человеку по эффективности работы. SecGPT находится на передовой в области сильного искусственного интеллекта, то есть такого, который может превосходить человека в выполнении интеллектуальных задач. Эта разработка поможет ускорить развитие полноценного беспилотного вождения, робототехники и других умных технологий. С ней искусственный интеллект сможет прийти в каждый дом и в тысячи отраслей промышленности. На форуме «Джунгуаньцунь» представили обширный комплекс мер по дальнейшему развитию искусственного интеллекта. Они направлены на активное поощрение инноваций, а также усиление и оптимизацию надзора в индустрии.